Просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Таня? Таня, прекращайте шутки. Ну ты и Соня. Подожди! Татьяна Амалеева, немедленно прекрати это ребячество! Где ты? После стольких лет... Ну хватит уже!
еще что? Игорь. Игорь. Когда уже это закончится? Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда.
Как приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такое? Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут. Похоже на ту ночную операцию. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. Ох, канализация! Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Хватит разговоров. После вас... А ты шутник. Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Это точно нужный вход. Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Три, шесть, вы... Память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер.
что эта твоя штука работает, Игорь. У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Чернобылит? Точно. Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании. Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда и еще поржем над этой историей за кружкой пива. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Стоим! Вижу противника. Двое впереди. Тише. Антон, тот слева, твой. А я возьму... Я займусь вторым, Оливер. Ого. Поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. Не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ-5 еще работает. Игорь, не надо! Татьяна? Игорь, ты там Не обращай внимания. Просто устал. Ну ладно. Все нормально? Конечно. Ты делай свою работу, а я буду делать свою. Тогда вперед. К реактору. Бегом. Просто возгорание, не более того. Все под контролем. Реакторы РБМК не взрываются. Ядро реактора взорвалось. Я видел графит на земле. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя. Ты нас убил, самонадеянный ты мудак! Ты же всех нас убил! Что с радиацией? Давайте побыстрее с этим покончим. А так это я тебя задерживаю? Даже холоднее, чем я помню. Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент. Оливер! Куда ты делся, Оливер? Это что вообще? Откуда мне знать? Так. Мы внутри и... Да.
Это место раньше было совсем другим. Реальности и правда очень хрупкая. Время на исходе, иди. Раз мы проходили через эти двери, уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Сначала нужно разобраться, как снизить уровень радиации. Ищи небольшой пузырек. В составе должны быть йодид калия, ДТПА и берлинская лазурь. Они помогают при радиационном облучении. Руки вверх, так, чтобы я видел. Пароль. Да погоди. Их на столе. Видок. Видок у тебя такси. Видок у тебя так себе, Игорь. А у нас не... Ладно, заходи. Игорь, ты же у нас на все руки мастер. Осмотрись здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса.